проверили от технического состояния до манеры вождения. Госавтоинспекторы Чувашии провели профилактический рейд автобус. Сюжет наших коллег из пресс-службы МВД Чувашии. Дежурство дорожные инспекторы несли на стационарных и передвижных постах. За сутки они проверили около 400 транспортных средств. Чаще всего выявлялась техническая неисправность, нарушение требований дорожных знаков и правил использования ремней безопасности. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции обращают внимание на путевую документацию, на салон транспортного средства, то есть соответствие техническим требованиям и безопасности дорожного движения. Последнее серьезное ДТП с участием маршрутки произошло в начале апреля в Чебоксарах. Тогда в ходе столкновения легковой автомашины и пассажирского транспорта пострадало 8 человек. Рейды по проверке автобусов в республике будут продолжаться. Госавтоинспекция Чувашии просит относиться с пониманием к профилактическим мерам, которые принимаются для обеспечения безопасности граждан.